Всем привет, мои дорогие, с вами Рига на связи. Сегодня мы с вами будем смотреть замечательную игру, новый проект, ремейк игры «Свет, The Light» от Сергея Носкова. На слуху была информация о том, что он готовит перезапуск этой замечательной игрушки. Хотя сложно ее назвать игрой, это скорее визуальная новелла, которая заставляет нас с вами, зрителей, подумать о многих вещах, которые могут произойти. Оригинал я проходил в далеком 2010 году. Я помню, что она очень большое впечатление на меня произвела. Поехали. Новая игра. Она уже настроена. Телевизор. Прям как звонок. Надеюсь, не раздастся сейчас звук звонящего телефона. Красиво. Игра сделана на движке Unity. Так, присесть я как-нибудь могу? Нет? Нет, никак. Что здесь? Высоцкий, что ли, или что? Непонятно, ладно. Телевизор я... С ним я никак не взаимодействую. Птички поют. А главного героя немножечко так... Какой-то он инертный, что ли. Не открывается. Дверь закрыта. Свет покажет выход. Окей. Это мне пригодится. Интересно, как здесь главный герой оказался? Что это вообще происходит? Фонарь. Пока непонятно, что здесь делает главный герой, как он здесь оказался в этой комнате. Сейчас будем узнавать. Хотел я сказать по поводу здания, в котором мы находимся. Это бывшее здание института, какого точно я не помню, но если кому-то будет интересно, можете это все дело погуглить, посмотреть. О. Инвентарь. Tab. Ага. Сейчас это мне напоминает игру Condemned. Была такая игрушка. Хоррор психологический. Играли мы за детектива, который расследовал убийства паранормальные. И вот он ходил практически вот с таким же оружием. Так, маленькая мини-игра у нас. Доски не позволяют отпереть дверь. Но я уже отпер ее. Теперь как бы мне позволяет это. На улице красота. Лето. Здесь. Бо. Здесь тоже я могу. Какая-то фотография. И все. Больше ничего не могу сделать. Ладно. Немного странное управление, как-то вот рывками все. Кстати, я могу бегать. Это хорошо. Отсюда я, по-моему, пришел, нет? О, дверь меня пододвинула. Здесь я не был. Какие-то книги. Граффити. Гордись собой. Как скажешь, дяденька Сергей. Еще фотографии. Если вы помните, два других проекта мы уже с вами играли. На канале есть прохождение игры The Train и 35 миллиметров. 35 миллиметров очень мне понравилось. Необычная игрушка. Так, но здесь я пройти не могу. Да, дверь заперта. И The Train тоже заслуживает определенного внимания. Но 35 миллиметров мне понравилось больше. Что это было?
Какое-то яркое освещение, как будто флешбэк какой-то был. Закрыто. Я думаю, что мы с вами однозначно должны узнать ответы на все вопросы, которые у нас могут возникнуть по мере прохождения этой игрушки. А звук ветра такой, такое ощущение, что это какой-то скример где-то сейчас как выпрыгнет. А я помогу тебе. Свет. Собственно, свет нам поможет. Идем дальше. Какие-то надписи. В космосе лучше, чем на улице. Да, учитывая, что буквально не так давно мир столкнулся с такой неприятной вещью, как коронавирус, пандемия. Фотография. Что это за люди, не понимаю. Возможно, это строители этого самого института. А может быть и нет. Что это? Театральный март. Ну, здесь вдовы, вдовы. Ждем вас. Понятно. Значит, это какое-то расписание лекционное. Заперто на ключ. Расписание выступлений. Возможно, это какой-то театральный институт. Всегда есть выбор: выйти на свет или оставаться во мраке тьмы. Гордись собой. Девятая аудитория. Давайте зайдем, посмотрим. Так, треугольник, пирамида Маслоу, понты, лайки, Wi-Fi, физпотребности. Да, понты как раз-таки во главе всего. Дальше лайки, потом главное, чтобы был Wi-Fi. Ну и дальше потребительские свойства в основе всего. Карта Россия. Что это? Ра. Точки. Непонятно. Тут что-то вообще зачеркнуто. Африка. Автобус есть. Кстати, на улицу мы тоже можем выйти. Ну, во всяком случае, можно было выйти в оригинале. Я не знаю, как в ремейке. Давайте следующую зайдем, посмотрим. Телефончик. Папка для бумаг. Канцелярка. А вот оно, собственно. Нет ни капли сожаления. Мы все это заслужили. Обучение и ядерный гриб. Игрушечка будет как раз-таки связана с апокалипсисом, связанным как раз-таки с ядерным оружием. Комсомольская правда. Ну, здесь пока я ничего не вижу. Здесь же тоже ничего нет. Да. Идем дальше. Что это? Закрыто. Здесь тоже ничего. Здание мне очень сильно напоминает чернобыльское. Чего это, где открылось? Ага. Вот это дверь, которая была закрыта, да? Здесь закрыто все равно. Шкафчик. Там ключ, кстати. Упс. Хорошо бы проверить этот шкаф. Вот. Сейчас мы с вами и выйдем туда. Что здесь? Конструктивного взаимодействия с подростками. Что-то там с подростками. Основы общей психологии. Ну, это кабинет психологии, скорее всего. Идем дальше. Архив. Сейчас будем взламывать архив. Мини-игра пошла очередная. Так, маленький у нас, наверное, архивчик какой-то, да. О! Дело. С делом я никак не могу. Не могу взаимодействовать. Здесь шкафчики тоже закрыты. К
Когда будет ясен порядок, изображения дадут ответ. Пока только одни загадки. Все понятно. Здесь пока у нас код, мы его не знаем. Но я думаю, что в процессе мы с вами это поймем. Игрушка, кстати, не очень большая. Буквально она займет у нас час прохождения. Оригинал проходился, по-моему, где-то за минут за 30. Ну, либо за 40, я уже точно не помню. Ну, в общем, по продолжительности игра примерно такая же, как и поезд. Что у нас здесь? Денюжки, соточка. Денюжки я взять не могу, да и в принципе они мне ни к чему. Керосиновая лампа. Подождите, а что здесь написано было? Дорога ту... Непонятно. Рот ту... О, самолет. Ну да, слышно примерно, да, такой звук, как будто самолет. Пойдемте дальше, посмотрим, чего у нас здесь. Шкаф, ничего. Еще одна аудитория. С телевизорами. Филипп Дик. Радио. Больше ничего такого интересного. Щитки. Почитал комментарии в Стиме. Игрушку я покупал в Стиме за 100 с небольшим рублей, 129, если не ошибаюсь. Уже кто успел поиграть, счастливые обладатели этой игры, написали Сергею большое спасибо за то, что Сергей дал замечательную возможность некоторым людям побывать в стенах родного института, пусть и виртуальном. Мишка, с ним тоже не могу взаимодействовать. Это реально существующее здание, это реально существующий объект, поэтому если вдруг кто-то узнает родную аудиторию, спешите приобрести игру и походить по некогда знакомым и родимым местам в формате виртуального путешествия. Тоже очень интересно. Граффити рисовалось с настоящего. Карта, отлично. Получил ачивочку, план. Телефоны старые, таких уже нету. Собственно, граффити. О! Да, газированная водичка. Я просто проверил, получено новое достижение. Кстати, смотрите, как физика взаимодействия. Еще раз, ну-ка. Все. Пинает главный герой. Угу. Ладно, так вот, граффити, интересно, настоящее или нет? Ну вот, фрески однозначно они есть. Такое сложно придумать. Все в духе Советского Союза. Это у нас, наверное, какая-то лаборатория была, да, здесь я вижу. Записка. От директора поступило распоряжение наладить работу резервного генератора в подвале, якобы в связи с участившимися случаями перебоев электроэнергии. Хотя никаких перебоев в последнее время не наблюдалось. Генератор старый, еще советских времен, поэтому придется потрудиться. Так, что здесь? Степлер и коробка. Вот, ключ. Замечательно, ключик у нас есть. Еще какие-то фотографии. Котик. Тоже отсылка к Чернобылю. Человек в противогазе. Что здесь? Но опять же, наверное, какие-то преподаватели этого института. Или университета, если я не прав. Прошу не обижаться. Не все вещи я гуглил, изучал по данному проекту. Поэтому уж извините. 4 июня. Нет, ну на здание института это не очень было похоже. Самолет реактивный. Вот он, да?
По-моему, это вот оно и есть, где мы сейчас с вами ходим. Набухался? Да, да. Это прям Сергей жжет. Набухался, туалетная бумага. Я уж думал, кто-то ходит, а это главный герой ходит по разбитым плиткам. Мухи, мухи, мухи. Так, в туалете у нас ничего нету. Все отвалившееся, обшарпанное. Чумной доктор. Опять же, очередная отсылка к коронавирусу, COVID-19. Здесь, очевидно, закрыто, да. Здесь есть проход. Поднимемся сюда. Да, вот сюда я, собственно, и не ходил. Это я спустился с другой стороны. Давайте вот сюда еще сходим, посмотрим, что у нас в этой части здания. Вторая аудитория закрыта. Здесь какие-то ширмы. На окнах третья тоже. Потенциальный круг возможностей проходов сужается. О, открыл ключом. Смотрите, какая замечательная штучка. А, нет электричества. Вот такие подобные лохотроны раньше стояли во всех торговых центрах. Сейчас, к сожалению, их, а может быть и к счастью, их уже и нет. Я тебя люблю, слышишь? Никто тебя не слышит. Стандартная фразочка из трех букв. Святое, так сказать. Все. Пойдемте сюда. Очередная дверь у нас открылась. Я здесь был, нет? Дядя Вова и дядя Дима с воткнутыми дартсами. Еще одна такая отсылочка политическая. Фотография, но здесь больше ничего не открывается. Охрана. Да, я здесь не был. Опа. Птичка. Рад тебя видеть. Очередная ачивочка. Давайте читанем. Звонок из министерства был громом среди ясного неба. Первые секунды мозг отказывался верить в озвученную с другого конца провода информацию, но постепенно приходит осознание и ужас. Однако нужно держать эмоции при себе, сохранять спокойствие и чистый разум. Администрации нет. Теперь догадываюсь, почему. И все ложится на наши плечи. Нужно срочно принимать решения. Пока ничего не понятно. Так, часы. Еще один ключ. Кулер. Ага, вышли с другой стороны. Так, а ключ у нас. Пойдемте на улицу, выйдем. В конце концов. Посмотрим на окружение. Небо, да, движется. Все замечательно. Большое здание, смотрите-ка. Раз, два, три, четыре, пять. Пять этажей. Но выше я голову не могу задрать. А вот там, наверное, электричество включается. Красиво, очень атмосферно. Не знаю, сколько по времени заняло у Сергея
игра, а именно ремейк оригинала. Ну, если не ошибаюсь, по-моему, года два он ее делал. Корпус третий. Так, а вот подвал у нас еще. Возможно, что ключ отсюда. Дверь заперта, да. Хорошо, давайте пойдем сейчас к шкафчику, который мы уронили. Пройдем по-быстренькому к нему. Вот надпись. Памяти выдающегося русского мыслителя Александра Александровича Зиновьева, 2006 год. Московский государственный университет. Московский государственный университет. Квартира. Комната. Здесь ничего у нас на лавочках нету. Смотрим. Вот он, шкаф. Прошло сохранение, кстати. Ага, вот он, ключик. Все, судя по бирке, ключ от подвала. Замечательно. Пока все понятно, куда и чего делать. А это не может не радовать. А в оригинале, кстати, далеко я пройти не мог. А вон он, здание, которое строилось. Москва-Сити, по всей видимости, это. Я не знаю, я в Москве никогда не был, ребят. Если я ошибаюсь, прошу меня простить. Граффити очень фактурное. Пазик. Да, все, он уже готовый. Но мы называли их пазиками. Взломать могу. Угу. Что очень медленно проходит. Гроза автобусов. Лев Выгодский. Выгодский. А, вот 35 миллиметров. Игра, про которую я вам говорил. О, шляпа и записончик. Диспетчер внезапно прервал рейс, направил по другому маршруту, предупредил, что дело важное и всех нужно доставить до финальной точки. По дороге с разных адресов подобрали еще десяток пассажиров, прибыли на место, без каких-либо объяснений, поделили на группы и направили к зданию. А, я так понимаю, что... А, вот же опять человек в противогазе. Произошла некая катастрофа. Вот горючка для... Осталось немного топлива для дизельного генератора. В подвале будем заправлять. Произошла некая трагедия, ядерная война, по всей видимости, и вот этот пас, в общем, автобус, видимо, довез выживших людей до укрытия. Я знаю, что некоторые университеты представляли собой и сейчас представляют некие бомбоубежища. Вот здесь. Кстати, я про оригинал начал говорить, что здесь далеко не уйдешь в оригинале. То есть здесь есть невидимая стена, да, здесь то же самое. Сейчас посмотрим, что у нас. О, Нива. Ага, ну здесь я ничего не могу уже сделать. А, ну вот сзади открыть могу что-то. Счетчик Гейгера. Фотоаппарат. А, наверное, это очередная отсылка к 35 миллиметрам. Угу. Еще один автобус. Все перекрыто. Давайте идем дальше смотреть. Так, я прыгать. Да, прыгать я могу, но не высоко. Вообще, друзья мои, если вам нравятся подобные игры, я советую вам «Замотано крепкой бечевкой». Так, ну, ничего у меня такого нет. Если вам нравятся подобные проекты и вы хотели бы поиграть, «Джокер», фильм 19 года, получил «Оскара» за лучшую мужскую роль. Хоакин Феникс. Про что я говорил? Про то, что если вам нравятся подобные проекты, пожалуйста, поддержите автора. Есть возможность задонатить. Автор, причем напрямую об этом говорит в главном меню. В примечании.
Мне показалось, или кто-то говорил? Да. Так вот, он говорит, что если вы скачали игру где-то с пиратских торрентов, и вам она понравилась, пожалуйста, поддержите проект, задонатьте. И есть ссылочка. Покупайте оригинал. 100 рублей — это не такие большие деньги для таких единичных штучных проектов, не лишенных души. Так вот, бутылочка, баночка, да, наверное, которая у нас скукожилась по прошествии времени. В главном меню мы ее с вами видели. Давайте сюда пройдем. Здание явно намекает нам игра, что нам нужно сюда. Это у нас восьмерка или девятка, я вот не разбираюсь в марках автомобилей. Знаю, что это Лада. Очередная морда. Заперто. Да, пройти я сюда не могу. Увы. Что это за здание, интересно? Да, здесь я, кстати, тоже, наверное, не пройду. Да, здесь все тоже перекрыто. Невидимое препятствие. Жалко. Но в оригинале тоже особо-то некуда было ходить, кроме как вот этого здания института. Все в папоротнике. Все в папоротнике. Где-то вот летает то ли самолет, то ли что. Птицы. Звук такой прям очень напоминающий. Пойдемте в подвал. Ключик мы с вами раздобыли. Подвал у нас с правой стороны. Я это помню. А сейчас почему-то звук эхо, как будто мы бежим внутри. Есть контакт. Включаем фонарик и поперли. Здесь прям как в фильмах ужасов. Так, записка. Мы разбили людей на группы. Контролировать толпу из нескольких сотен человек затруднительно. Паники нет, большинство не осознают всю серьезность происходящего, но и к лучшему. Люди шутили, что-то обсуждали, старались поддерживать моральный дух. Старая гермодверь легко поддалась. Группы молодых людей принялись спускать вниз все необходимое. Столы, матрасы, ящики с провизией, бутылки с водой. Мои опасения подтверждаются и догадки, что сюда людей привезли для того, чтобы их спасти. Это некое бомбоубежище. Как я уже говорил, многие институты и важные стратегические точки имеют оборудованные бункеры на случай каких-либо чрезвычайных ситуаций, будь то война, либо еще какой-то катаклизм. Так, вот, наверное, сюда мы должны будем залить топливо. Нужно заправить генератор. Да. Буль-буль-буль. Ага, нужно установить предохранитель. И где мне его взять? Наверное, вот здесь. А, памятка. Инструкция. Не курить на рабочем месте. Содержать агрегаты в чистоте. Регулярно проверять соединения. Сдать ключи по завершении вахты. Вовремя сдавать документацию. Склад запчастей, корпус 18. Все, мне надо в корпус 18. Именно там запчасти у нас были. Так, оттуда я пришел. Свет не включается. С вентилем не могу взаимодействовать. Еще давайте вот здесь посмотрим быстренько. Да, что-то застрял. А, гермоворота. Нет, закрыто. Ладно. Побежали в 18-ю аудиторию. Включаем фонарик. Хорошо, что мне не нужно искать батарейки. Одна надпись, но я ее не буду уже читать. Добро пожаловать.
карту, давайте посмотрим. Почему я не могу ее? А, вот, двоечка. Этаж первый, охрана. Так, архив, учительская. Приблизить я никак не могу. Вопрос лекционный. Жига есть. Приемная комиссия. Так, а вот здесь вот я не смотрел. Российская Федерация, Московский государственный университет, почетное образовательное учреждение столицы, завоевавшее непревзойденную репутацию, открывшее в путь профессиональный мир многим талантливым специалистам в сфере юриспруденции, психологии, нейропсихологии и рекламы. Третий корпус – наиболее молодое строение, возведенное в 1980 году. Советскими строителями отличается характерным строгим стилем, наиболее актуальным для того времени. Монументальное строение олицетворяет силу и величие отечественного образования, а также отдает дань уважения предприятию, спонсору за предоставленную помощь и поддержку. Слава России и слава Радуге! Вот оно здание. Мне нужно в 18-ю аудиторию. Ищем. Ищем с вами 18-ю, 9-я. Лекционная. Вот, открыли. Зергут. Бутылки, склянки. О-о-о. Планы огромные, впереди много дел. Будь настойчив, активен и смел. Большая аудитория. А, тени. Как будто там кто-то еще находится до сих пор. Опять же, часы. Кто здесь часы свои понаставлял? Забавно, но каждый предмет, оставленный забытый кем-то, каждое слово, нацарапанное на парте или кресле, это в каком-то смысле элемент истории, который порой может быть здесь весьма значительным. Интересно, спустя время будет ли все это иметь ценность, как для нас, например, найденные останки древнегреческих амфор? Возможно, кто-то когда-то будет это все изучать, если человечество канет в лету. И очень много почерпнет информации из того, что потомки оставили, начеркав на партах. Предки, вернее, не потомки, предки. Вот она, загадка, да? И чего? Что, я ничего не могу сделать? Здесь ничего нету. Наверное, нам наверх надо подняться для начала. Пойдемте глянем, что там за тень. А, это кинопроектор. Слава отечественному образованию. Действие инициативно, настойчиво, энергично. Кинопроектор запустим. Но нет пленки электричества. Понятно. Где же мне все найти? Но я надеюсь, мне не придется здесь сейчас искать среди вот этих вот кресел нужные мне какие-нибудь запчасти. Есть у меня еще один ключик. Пойдемте смотреть, откуда он.
на лестницу, там вверх нет больше возможности подъема. А, еще у нас вот здесь вот был, да? Код. Но я пока не знаю ответ к этому кодовому замку. Вот, наверное, сюда ключ. Да. Это очень хорошо. 14, 13. Свет подскажет выход. А, ну вот. Отсюда я начал. Здесь больше пока ничего и нету. Вот это самое плохое. Сейчас начнется шатание туда-сюда, в поисках маленьких всяких запчастюлик. Самолет этот не работает. Возможно, мне что-то надо зажечь где-то. Не зря же я зажигалку взял. Так, ну здесь радио не работает. Логично, света нет. Корпус третий. Это я кругаля, наверное, уже. Да. Хорошо. Погнали вниз. Наверняка внизу есть еще что-то такое, что я мог пропустить. Почему я мишку не могу взять? По идее, на посту охраны должен быть какой-то код от того самого кодового замка. Но пока ничего не вижу. Так, здесь нам свет нужен. Электричества нет. Третье. О. А, нет. Показалось, как будто открылось. Что нам идти в подвал? Попробуем сходить в подвал. Может быть, я что-то все-таки пропустил там.
Давайте еще вот сюда сбегаем, посмотрим. Да, здесь, к сожалению, закрыто. Бечевка, да? Здесь. А, вот сейчас ее пережечь могу, точно. Сейчас я могу ее спалить, веревку. Давай. Во! Вот оно как должно быть. Так, что тут? Бойлерная. Здрасте. Оставил все необходимое в шкафчиках, детали промыл и смазал, так что все тип-топ. Вот только дверцы шкафов никак не починю, второй заедает и поддается. Только если другие открыть, хе-хе, забавно. Часы встали символично, завтра батарейки занесу. Бывай. Но по всей видимости, батарейки никто так и не принес. 146, это, собственно, пароль. О, Silent Hill. Очень много, да? У нас отсылочек к всевозможным играм. Медсестры, если вы вдруг не в курсе, были там такие персонажи неприятные. Все закрыто. 146. Пойдемте открывать. Код мы теперь уже знаем. Странно, больше ничего нету. Неужели ничего нет? Никакого ни ключа, ничего. Этим можно? Нет, трубой никак. Ладно, все, погнали. 146. Это пароль на двери с кодовым замочком. 146. А вот еще фреска в виде памятника. Есть такой памятник. Так, я не помню, где у нас дверь была. По-моему, на втором этаже. Один, четыре, шесть. Да, вот. Как? Не понял. Как вращать? А, во. Один, четыре, шесть. Хорошо. Шесть, четыре, один. Нет. 1, 4, 6.
1, 4, 6, 1. Как открыть? Подсмотрел я маленечко прохождение, дабы нам здесь не тупить. Часы — это подсказка, какие шкафчики нам нужно открыть, а не вовсе код от замка. 1, 4, 6 — это вот эти шкафчики. То есть нам нужно открыть сначала первый, четвертый и шестой. Тогда откроется вот этот. Вот он. Все, взяли предохранитель. Вот теперь погнали в подвал. Похоже на птиц, только эти птицы несут смерть. Произошла бомбардировка. Идем в подвал, куда я побежал. Да, не дай бог такое в реальности. Да будет свет. Должна открыться гермоворота. Да вылазь-то. Жуть какая, а. Прошло сохранение. Сирена напоминает мне сейчас Silent Hill. Правила поведения в убежищах. Укрывающиеся обязаны быстро и организованно заполнить убежище и размещаться по указанию звена убежища, выполнять все указания коменданта постов, чё? Соблюдать внутренний распорядок, содержать в готовности средства индивидуальной защиты или средства. Тут ничего не, у нас не включается. Затопленная. Убежище оказалось не готовым. Приему постояльцев. Просвет бюллетень. Какая-то психоделика начинается. Люди хаотично разместились в тесных проходах и залах подземелья. Ощущалось растущее напряжение, и нужно было рассказать наконец-то о том же, что происходит. В зале стояла гробовая тишина. Все переваривали сказанное, и ужас от осознания происходящего приходил постепенно. Тишину прервал внезапный грохот снаружи. Все задрожало, со стены потолков посыпалась пыль и штукатурка. Казалось, что наверху развергся настоящий ад, и земля под ногами вот-вот расколется на части. Канонада звуков была наполнена воем, раскатом рвущихся бомб, ревом, напоминающим шум самолетных двигателей.
Ну, учитывая, что мы только что видели огромное количество самолетов, не мудрено. Так, давайте-ка. Где? Зажигалку. Во. Куль-фонарик у нас не работает. Мы с зажигалкой походим. Хрена не видно. Это лабиринт. Сейчас как выпрыгнет кто-нибудь. И я наделаю кирпичиков. Я сделал круг, получается. Ну все, валим отсюда нафиг. Шиш с маслом. Не валим мы отсюда. Блин, ну а куда идти-то? В другую сторону, что ли? Теперь в обратную сторону надо. Наверняка. Секция 3. Ну, то есть, да, здесь какой-то зациклившийся лабиринт получается. Мне его нужно пройти. Угу. Что-то поменялось, видимо. Вот, буньк. Блин, да что ж такое? Куда идти-то здесь?
кобра. О, вот этого не было. Все, по-моему, мы нашли выход. Угу, обитель. Собственно, люди. Тени. В Хиросиме были такие же тени, когда люди погибли. Во. Прошло 24 дня, многие умерли. В основном от облучения, кто-то от голода, болезней, запасы провизии на исходе. За всем этим наблюдать очень страшно. Страшно и больно. 638 человек. Ведь у каждого была своя жизнь, свои мечты, были родные, мама и папы. Люди создавали семьи, воспитывали детей, строили планы. И вдруг все это перестает иметь какой-либо смысл. Выходит, оно и в прошлом никакого смысла не имело, раз был уготован такой финал. Они уже все мертвы, только еще не знают об этом. Все мы скоро умрем. Так, может, незачем тянуть время? Печально. 638 человек. По всей видимости, вот это души, которые здесь так и остались. Противогазы. Чего это было? Крыло Б. Кто-то за нами, по-моему, бежит. Опа. Так, ну я надеюсь, меня сейчас не убьют. Крыло А. О, кто-то повешался. Да, психоделика конкретная такая. Не знаю, как вы, уважаемые зрители, но это жесть. Да воскреснет Бог и расточатся враги его. И добежать от лица его, ненавидящие его. Как исчезает дым. Исчезнут всех от лица огня. Да погибнут беси от лица нелюбящего Бога. Радуйся. Икона. Твою ж медь. Жесть какая. Так, ну, наверное, нам вот сюда. Да, дверь открылась. Ух, Серега, ты намутил. Хоррор, конечно, дикий.
теперь это место обитель сотен душ, нашедших здесь свое упокоение. Записка. Знаете, смерть наяву в разы страшнее, чем то, что нам обычно пытались показать в кино или объяснить в литературе. Это невозможно передать, можно только почувствовать. Сочетание с запахами, гнетущей энергетикой ужаса, криками и стонами, это ощущение поглощает целиком и полностью, парализует. Пожалуй, единственная возможность испытать подобное без риска для здоровья – это во сне. Во сне мы способны почувствовать этот невероятный леденящий страх, выбивающий из нас холодный пот. Может быть, это все-таки сон? Да хватит меня пугать, елки-палки. Так, а какой пароль-то? А? А. Шестьсот 38 душ. Да. Все, валим нахер отсюда. Ну, могу сказать, что Not Alyx. Это отсылка, конечно, к Half-Life Alyx. Типа, ну, не Alyx, конечно, но тоже ничего. Так, читаем записульчик следующий. Я сделал это. Было тяжело решиться, но я взял на себя ответственность. Нет, больше сил терпеть и ждать неизбежного. Руки в крови. Я открыл гермодверь и впустил смерть внутрь. Точнее, я ей лишь немного помог. Так будет быстрее и проще. Хотя, может, мне так просто кажется? Верно ли я поступил? Или же попадут за свое деяние в ад? Что-то мне подсказывает, что мы играем за героя, который открыл гермоворота. И вот он теперь находится вот в этом чистилище, да, руки в крови. Это что-то типа его наказания. Открываем. Опа. А, мы из соседнего здания вышли. Все. И вот наша основная точка. Пошли ракеты. А небо-то какое красивое, ребят. Красивое смертельное зрелище. Три ракеты полетело. Все. Улетели. Ладно, погнали дальше. Теперь нам надо идти туда, где проектор. Чего это?
А, рассвело. Я уж думал, эта боеголовка упала. Нам нужно идти в лекционную. Я уже, правда, не помню, где она. Где наша лекционная? Приемный архив, учительская охрана, подвал, лестница, вход. Блин, не помню. Самолеты. Или на первом этаже, о. Последствия мы с вами уже увидели. Так, у нас еще есть комната. С замком. Вот она, лекционная. Комната, где есть кодовый замок. Но нет пленки и электричества. Так, нам нужна пленка. А где нам найти пленку? Пленка, по-моему, вот здесь была. Угу. Не хватает детали. Блин, ну где мне теперь деталь-то искать? Еще детали искать. Почему у меня так сердце-то бьется? Так, что у меня вообще есть? Зеленый ключ. Что он у меня открывает? Когда будет ясен порядок, изображения дадут ответ. Пойдемте на первый этаж. Вариантов-то у меня не так много. Может быть, что-то с фотографиями связано? Второй, ну-ка. Нет, не открывается.
Закрыто, блин. Ну что, где, что? Где чего искать? Здесь ничего не открывается. А, во. А, ну да, здесь больше ничего. Не хотелось бы прибегать к помощи Яна. Помощи всемогущего интернета. Чего нам делать дальше? Но если я сейчас здесь зависну, то придется. Куда деваться? Тупить здесь долго я не хочу. Куда вот нам логически еще осталось идти? Давайте сбегаем вот в этот домик. Возможно, здесь я что-то пропустил. Так, вот. Все. Без монет не... Блин, где мне монеты взять? О, это печаль, беда прямо. Что ж все так запущено-то? Где теперь мне искать монеты? Все, друзья, я посмотрел прохождение. Слишком долго я здесь уже брожу. Значит, нам нужно в машину, оказывается, на водительское сиденье посмотреть и там взять монетку. Вот как вот можно догадаться? Вот, собственно, вот сюда и мы и идем. Я бы, клянусь, никогда в жизни не догадался еще раз подходить и смотреть там что-то на сиденье. Не очень очевидно. Хрен найдешь их-то. Все, идем, вставляем монету. Нет, я, конечно же, бы, может быть, и нашел эти монеты, но очень долго я бы здесь бегал, бродил, искал, психовал. А зачем это делать, когда есть возможность замечательная открыть и посмотреть прохождение? Так, зря я на второй этаж пошел. На первом этаже у нас находится этот автомат. Вот он. Хренаны называется. Да, есть. Если бы и в жизни все было так просто. Ну давай, забирай, елки зеленые. Все, предохранитель есть. Погнали в лекционную. Лекционную. Прошел сейф. Сейчас будет еще одна мини-игра с перестановкой вот этого дела. Ну, конечно, тут да, вообще ни хрена не видать. Два сюда и два отсюда. Два вышло и два вошло. Ну, наверное, вот так. Нет, нет. Значит, вот так.
очень все замудрено, блин. Так, но если учесть, что синее должно идти в синее, а красное в красное. То, наверное, это должно идти вот так. Идем дальше. Здесь где-то должны доски висящие в одной из комнат. Ноль. Идем на первый этаж. А, вот четвертая. 7, 8, 7 и 4. 8, 7, 4. Ключ. Идем в архив. Пароль 8, 7, 4. Где у нас архив? Так, не понял, чего не открываемся? Так, друзья мои, смотрите, 047 пароль от этого говна, не 074, а 047. Во многих гайдах есть ошибка, там написано, что 074 или даже 874. Все, идем, заряжаем пленку, смотрим видосик, и на этом все. На этом мы прошли игру. Очень много ненужных телодвижений на самом деле, и это выматывает. Очень много. Я уже даже немного устал, честно говоря. Казалось бы, игра небольшая, но вот эта вот беготня бесполезная туда-сюда, она выматывает. Все, смотрим. Играй. Прогресс. Уничтожить человечество. Это да. Войны, конфликты, погоня за новыми технологиями. Стремление к бесконечному обогащению. Это наша болезнь.
наше высокомерие. И вера в собственное могущество. Приведут к логическому завершению. Осталось недолго. Но в итоге когда нас не будет, природа скажет спасибо. Это да. Это да. Ну вот и все. Человек – разумное существо, но это не относится к человечеству. Раймон Аарон. Рано или поздно наступает минута, когда впереди только прошлое, а будущее позади. Александр Кумар. Или Кумар. Поистине, тот, кто не ценит жизнь, ее не заслужит. Леонардо да Винчи. Судьба человечества в руках человека. Вот в чем ужас. Владислав Жещик. Так, а что здесь? Когда для нас перестают существовать другие, мы перестаем существовать сами для себя. Эмиль Мишель Чоран. Вот так вот будет выглядеть человечество, души. Да, сильно, очень сильно. Теперь и мы начинаем вознесение. Я даже не знаю, что сказать. Да и нужно ли? Мы, в принципе, с вами уже увидели и прочитали много относительно того, что хотел нам сказать всем
Сергей Носков. «Свет» — замечательный проект переиздания культовой игры, я не побоюсь этого слова. Творение рук одного человека. Местами затянуто, но тем не менее посыл понятен. Посыл понятен и... Есть что-то прекрасное в заброшенных и полуразрушенных останках былой цивилизации. Это отголоски нашей многогранной истории. Величественные сооружения некогда процветающего человечества, безмолвно доживающие свой век, проросшие зеленью, потрепанные войной и временем, являются отпечатком великой эпохи. Эпохи тех, кто был слишком самоуверен и беспечен, эгоистичен и жесток, кто, к сожалению, или, может, к счастью, не смог отстоять свое право на жизнь. Ну что ж, дорогие друзья, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, ставьте пальцы вверх. С вами был Роман Рига, не прощаюсь, увидимся в новых видео. Всем спасибо, пока. Thank you.